Как известно, обычно самые жуткие криминальные истории разворачиваются вокруг убийц и насильников, особенно серийных. Однако в сегодняшнем рассказе не будет кровавых расправ и невинных жертв. Будет лишь один безумец. Тем не менее, думаю, эта история произведет на вас не менее сильное впечатление, а может, даже затронет ваши самые глубинные страхи. Но прежде чем мы продолжим, хочу напомнить о том, что YouTube все еще находится под угрозой блокировки. А потому я прошу вас подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Там, помимо прочего, регулярно публикуются актуальные криминальные новости и во всех подробностях в реальном времени освещаются громкие истории. Там уже больше 30 тысяч подписчиков, и я буду рад, если каждый из вас присоединится к их числу. Осенью 2011 года на одном из нижегородских кладбищ рабочие обратили внимание на могилу некой 8-летней девочки. Захоронение было совсем свежим, однако земляной холм на нем уже просел. Не особо заострив внимание на этой странности, сотрудники решили немного подправить могилу. И как только они начали снимать верхний слой грунта, перед ними обнажился гроб, в крышке которого кем-то была проделана огромная дыра. Сам же он оказался пуст. Тогда, при дальнейшем осмотре территории, сотрудники кладбища заметили еще одну могилу с точно таким же просевшим холмиком, где покоилась другая девочка. В этот раз сам гроб оказался целым, но тело также отсутствовало. Было решено срочно обратиться в правоохранительные органы. Первыми, на кого пало подозрение в разорении могил, стали сатанисты. В те годы поклонников темных культов часто встречали на кладбищах. Кто-то просто проводил время с единомышленниками в необычной атмосфере, а кто-то совершал ритуалы, в которых теоретически могли быть задействованы и человеческие останки. Чтобы найти таинственного разорителя могил, следователи установили круглосуточное наблюдение за территорией кладбища. Однако все неформалы, которых удалось задержать там в тот период, оказались непричастны к подобным обрядам. Тогда, через несколько дней, полиция вышла на след местного сторожа и его собутыльника, которые, узнав о случившемся, позвонили отцу одной из недавно умерших девочек и начали вымогать у него деньги за извлеченное из могилы тело. На самом же деле, они понятия не имели, где находятся пропавшие останки. Впоследствии за такой циничный шантаж мужчины получили наказание, однако это не привело следователей к разгадке самого дела. А тем временем на кладбище, где изначально и были зафиксированы самые первые похищения, были выявлены уже 23 вскрытые кем-то могилы, а на других кладбищах Нижнего Новгорода еще 14. Во всех покоились маленькие девочки. Тогда-то правоохранители обратили внимание на местного лингвиста, краеведа и единственного в России некрополиста Анатолия Юрьевича Москвина. Мужчина уже был на слуху у жителей Нижнего Новгорода из-за необычного увлечения кладбищенской тематикой и написания оригинальных, но порой очень жутких статей на эту тему в местных изданиях. Внимание правоохранителей к себе он привлек совсем неожиданным образом. Оперативники Центра по противодействию экстремизму совсем недавно заинтересовались некоторыми заметками исследователя. В них было сказано, что во время татаро-монгольского нашествия татары чинили насилие над русскими девушками. За это татарские краеведы обвинили Москвина в экстремизме, и им заинтересовались сотрудники. Было выдвинуто предположение, что Москвин, ввиду своих увлечений, мог что-то знать о происходящем на местных кладбищах. На обыск к нему домой приехали 8 полицейских, которые в итоге, к своему ужасу, обнаружили в квартире краеведа нечто большее, чем повод привлечению за экстремизм. Но для начала, чтобы лучше осознать произошедшее и попробовать найти корень зла, познакомимся с ранней биографией известного краеведа. Анатолий Юрьевич Москвин родился 1 сентября 1966 года в Горьком. Такое название носил Нижний Новгород в советский период. Мальчик рос во вполне интеллигентной семье. Его отец – кандидат технических наук, а мать по образованию инженер. Известно, что Анатолий с детства был увлечен учебой и по характеру был ребенком очень застенчивым, что нередко вызывало насмешки со стороны одноклассников. Со слов родителей, в 3 классе Анатолий даже стал жертвой насилия, однако подробности этого происшествия не разглашаются. Один из случаев, которые сильнее всего сказались на формировании психики Москвина, произошел, когда ему было 13 лет. Эту историю краевед сам описывал в своем дневнике.
4 марта 1979 года наша школа занималась сбором макулатуры. Мы ходили по подъездам, звонили во все двери и требовали старые бумаги. Около одного из подъездов стояла крышка гроба. Накануне нам уже сказали, что в соседней школе погибла девочка. 11-летняя Наташа Петрова принимала ванну, а когда мокрая стала вылезать из воды, задела оголенный провод и мгновенно скончалась от разряда. Выйдя из подъезда с кипами макулатуры, мы попали прямо на вынос гроба. Видимо, мать Наташи была членом какой-то секты. Начать с того, что на похоронах не было никого из одноклассников. Зато пришло несколько десятков женщин и мужчин в черных одеждах. Все они держали горящие свечки и что-то заунывно пели не по-русски. Заплаканная женщина, видимо, мать покойной, подала мне крупное венгерское яблоко и поцеловала в лоб. Она подвела меня к гробу и, пообещав много конфет, апельсинов и денег, велела целовать покойницу. Я залился слезами, умолял отпустить, но сектантки настаивали. Все снова запели молитвы на непонятном мне языке, а кто-то взрослый силой пригнул мою голову к восковому лбу девочки в кружевном чепчике. Мне не оставалось ничего другого, как поцеловать, куда приказано. Далее Москвин описывал, что после сомнительного обряда его заставили покапать воском на грудь платьице девочки. Затем ему подали два медных кольца и велели надеть одно ей на палец, а другое надеть самому. Все эти события настолько впечатлили юношу, что 11-летняя Наташа стала приходить к нему во снах. Также Москвин делился, что именно дух девочки заставил его изучать в будущем древние языки и магию. Впоследствии, после того, как Анатолий начал жаловаться родителям на галлюцинации, ночной бред и проблемы со сном, те отвели его к врачу. Однако специалист объяснял эти явления обычной гормональной перестройкой организма. Окончив школу, Москвин поступил в Горьковский педагогический институт иностранных языков, благодаря чему вывел свои лингвистические увлечения на профессиональный уровень. Чуть позже мужчина признается, что в тот период он состоял в обществе люцифериан, проводил ритуалы с мертвыми животными, занимался черной магией, давал обет целибата и воздержание от спиртного и курения, считал себя язычником. Однако насколько эта информация достоверна, учитывая подорванное психическое состояние Москвина, судить сложно. Далее, после окончания Нижегородского вуза, Анатолий поступил в аспирантуру филологического факультета МГУ на кафедру германской и кельтской филологии. Однако кандидатскую диссертацию по неизвестным причинам мужчина так и не защитил. Вернувшись в Нижний Новгород, Москвин устроился на работу в тот же вуз, что закончил 3 годами ранее, однако проработал там недолго. При этом, прежде чем уйти оттуда, он успел подготовить ряд учебно-методических пособий и принять участие в составлении русско-английского и англо-русского словарей. После 1997 года, как лингвист, он занимался репетиторством, а как краевед – написанием заметок в газете «Нижегородский рабочий». Все они были посвящены кладбищам и погостам Нижнего Новгорода и области, как действующим, так и заброшенным. Свои научные изыскания Москвин тогда объединил термином «некрополистика», хотя официально такого направления в науке не существует. Также Москвин начал издавать собственный электронный альманах с этнографическими материалами, посвященными посмертным обычаям и ритуалам кельтов, якутов, эвенков, североамериканских индейцев. В 2008 году Анатолий перевел книгу «История свастики с древних времен до наших дней» Томаса Уилсона, снабдив ее и собственными исследованиями. Незадолго до событий 2011 года мужчина планировал выпустить книгу «Нижегородский некрополь», которую вполне можно назвать полноценным кладбищенским путеводителем. К тому моменту он исследовал более 750 кладбищ Нижегородской области и других регионов России. К слову, загробное направление работы Москвина не пугало ни его коллег, ни людей, которые обращались к нему за помощью в поиске могил своих дальних родственников. Знакомые отзывались о нем как о добром, гениальном и пунктуальном специалисте-исследователе, а странности относили к причудам интеллигента. Вот что рассказывал один из учеников Анатолия Москвина журналистам. В нем не было никакой тайны. Ничего он не скрывал. Не пил, не курил. Вел совершенно здоровый образ жизни. Он со школьных лет увлекался мертвыми языками. В старших классах выучил кельтский. Знал примерно 40 языков.
английским владел в совершенстве. Немецкий сам выучил. Очень углубленный в лингвистику человек. Но жизнь у него была очень серая. Не было в нем маргинальности, экстравагантности. Очень простой человек с очень простыми родителями. А вот у следователя, который впоследствии одним из первых беседовал с Москвиным, сложилось о лингвисте странное впечатление. На допросах мужчина вел себя спокойно, коротко отвечал на поставленные вопросы, однако как только речь заходила о кладбищах, оживлялся и подхватывал беседу. Я почитал, что за 2,5 года лично осмотрел 428 кладбищ. Представляете, какая нагрузка? Ведь все своим ходом, машины у меня нет. Рюкзак на плечи и вперед. В день проходил километров по 30. Ноги от переходов просто отваливались. А еще собрал, переписал, перепечатал около 1000 различных стихотворных эпитафий на памятниках. Это же настоящий фольклор, больше такого нигде не найдешь. Многих кладбищ уже нет, так что эпитафии с них сохранились только у меня, говорил Москвин. Подобный энтузиазм вполне можно было бы списать на любовь к делу всей своей жизни, если бы не одно огромное «но», которое и обнаружилось при обыске в квартире некрополиста на проспекте Ленина 2 ноября 2011 года. Первое, что бросилось в глаза полицейским – огромное количество книг. Огромные стопки художественной и научной литературы находились в обеих комнатах квартиры, коридоре и даже на кухне. Из-за обилия старых запыленных изданий в помещении было грязно и затхло. Однако резкий неприятный запах, который пропитывал всю квартиру, исходил явно не от книг. Заглянув в комнату самого Москвина, полицейские увидели включенный телевизор, по которому шли мультики, а напротив – диван со странными куклами ростом с ребенка. Еще часть человекоподобных игрушек сидела за столиком с детским сервизом, имитируя чаепитие. Лица кукол были либо замотаны тряпками, либо закрыты восковыми масками. Однако одна из них выдала себя оголенным человеческим черепом. В ходе обыска квартиры было изъято 27 ростовых самодельных кукол, изготовленных из мумифицированных человеческих тел. Также были изъяты женские и детские платья со следами плесени и тления, предположительно извлеченные из могил, рукописи и карты схемами захоронений кладбищ, значится в материалах дела. Я не могу показать вам их в этом видео, поэтому вы можете перейти в мой телеграм-канал по ссылке в описании и уже там, без цензуры, увидеть весь этот извращенный ужас, обнаруженный в квартире Москвина. При дальнейших обысках у некрополиста были найдены женская нога в туфле и ажурном носке, детский череп и множество костей, которые уместились в две коробки. Москвина немедленно задержали и предъявили ему обвинение по статье 244 УК РФ «Надругательство над могилами и телами умерших». Мужчина не стал отрицать свою вину. Он активно сотрудничал со следствием и делился леденящими кровь деталями своей деятельности. Тогда Москвин сильно поругался с родителями, потому что они не разрешали ему удочерить девочку из детского дома. Лингвист очень хотел стать отцом, однако своих детей у него быть не могло. Да, я очень хотел ребенка, мне очень хотелось, чтобы была своя дочка, да, это, чтобы передать ей все те знания, которые у меня есть. У меня большая библиотека, да, это, вообще, ну, вот, очень хотелось. Но первое время, да, это, мне не давали родители, они думали, что я не справлюсь. Потом, видя, насколько я это хочу, родители мне разрешили, но там возникли проблемы с органами опеки и попечительства, поскольку, да, это, сказали, что у меня маленькая зарплата. А я действительно никогда не стремился за деньгами, я всегда стремился, чтобы была польза и чтобы было интересно. Тогда, в день крупной семейной ссоры, мужчина, чтобы успокоиться, пошел на прогулку в одно из любимых мест – кладбище Красная Этна. Там-то он и увидел неприметное захоронение некой маленькой девочки. И внезапно ему пришла в голову идея разрыть его. 9 мая некрополист осуществил свою сумасшедшую фантазию. Вечером пришел на могилу, разрыл до гроба. Он был обит малиновой синтетической материей. Стамеской я выдолбил отверстие в крышке гроба у изголовья и через него вытащил то, что осталось от тела. Оно было в очень плохом состоянии, покрыто тлением и сильно разложено. Девочка была одета в белую блузку, черную юбку, белые колготки и туфли. У ребенка были длинные волосы.
Тогда я решил впервые попробовать его мумифицировать. Перенес тело в отдаленный угол кладбища и закопал ее в заброшенную могилу какой-то бабушки. Прежде чем приступить к мумификации, Москвин изучал древнеегипетские источники на эту тему и обращался к опыту других народов. В итоге лингвист остановился на самом доступном способе. Смеси соды и соли, которые засовывались в капроновые чулки и прикладывались к останкам. Примерно раз в неделю Москвин приходил на кладбище менять мешочки на новые, а людям, которые обращали на него внимание, он говорил, что подкармливает птиц. Через почти два месяца таких манипуляций, 25 июля 2003 года, мужчина в рюкзаке перенес тело к себе домой. В течение двух дней я восстанавливал тело. Набил внутрь тряпки, положил свежие женские прокладки, также внутрь положил бывший у меня человеческий скальп. Потом я зашил тело нитками и сделал на лице восковую маску. Кстати, голова девочки была наполовину снесена. У меня был череп ребенка. Я выпилил соответствующий фрагмент из этого детского черепа и вмонтировал его в голову мумии. Потом направлял воск со свечек на лицо мумии, а затем покрыл его лаком для ногтей, который нашел на помойке. После этого я обмотал тело колготками и надел на него одежду, которую также нашел на помойке. В течение второй половины 2003 года я спал с этой куклой ночью, рассказал Москвин следователям. За почти 10 лет коллекция сумасшедшего ученого пополнилась тремя десятками мумифицированных кукол. Для своих безумных манипуляций Москвин выбирал девочек от 3 до 12 лет, которые, как он говорил, шли с ним на контакт, когда он спал на их могилах. В дальнейшем, правда, некрополист перестал реагировать на свои видения в виде детских духов и стал откапывать всех подряд. В самих девочках, чьи тела мужчина использовал для создания жутких кукол, мало что известно. В интернете можно найти разве что историю о двухлетней Маше, чей наряд опознали родственники на одной из игрушек. Малышка погибла в аварии вместе со своими родителями в июле 2011 года. Выяснилось, что, кроме платьица, подозреваемый забрал из гроба нижнюю часть тела девочки. Еще одна история связана с 10-летней Олей, которая была убита неким наркоманом, который позарился на ее золотые сережки. Ее похоронили 2 октября 2002 года. На одном из допросов Москвин поделился, что по возможности узнавал, по какой причине скончалась та или иная девочка, чтобы откопать неповрежденное тело. С этой целью он опрашивал людей и искал информацию в новостных источниках. Чаще всего ребенок был жертвой преступления или несчастного случая. Были среди девочек и сироты, чьи останки еще долго не забирали после всех проведенных экспертиз. Всего Москвин потревожил более 150 могил на кладбищах Нижнего Новгорода, Владимирской и Московской областей, а также самой Москвы. Понравившиеся трупы краевед мумифицировал неподалеку от кладбищ, выбирая для этого заброшенные строения и другие укромные места. Каждая такая операция продолжалась 3-4 недели. Из других городов мужчина привозил тела на электричке или на попутке в спортивной сумке. Уже дома мужчина набивал тела тряпками, вкладывал в грудную клетку какой-либо символический предмет, мыло, плюшевое сердце, кусочек надгробия. Дополнительно обшивал одеждой, прикрывал масками лица. В одну из кукол, согласно СМИ, Анатолий вложил высушенное человеческое сердце. Некоторым телам Москвин вставлял в глазницы пуговицы и игрушечные глаза, чтобы те могли смотреть с ним мультфильмы. Еще часть кукол обрела голос. Краевед вставлял внутрь механизмы от музыкальных игрушек, которые при прикосновении воспроизводили песни и фразы. Дома я с ними общался, да, то есть мы, да, у нас была, значит, у нас был отряд, у нас был лидер, да, был антилидер, соответственно, у нас была иерархия, у нас был свой собственный язык, да, это самое, я, не, у нас были, соответственно, свои песни, у нас были свои праздники, да, это самое, то есть у нас был, да, свой внутренний, да, мир. Родители почти ничего этого не видели, а остальных людей я в этот мир не пускал. Как правило, родители уезжали в апреле и приезжали в октябре, и вот в это время, да, это самое, мы занимались вот этим миром. По основной версии, родители Москвина не знали о незаконном увлечении сына, несмотря на то, что проживали с ним в одной квартире. Хотя одну из своих жутких творений, куклу по имени Маша, Анатолий поселил в комнате родителей. Тем не менее, Юрий Федорович и Эльвира Александровна утверждали, что были уверены, что все игрушки
были сделаны из подручных материалов. Однако не все в это верят, ведь родители Москвина отлично знают своего сына, и за все эти годы они не могли не увидеть темную сторону его личности. Скорее всего, они знали о происхождении кукол, но предпочитали закрывать на это глаза, боясь потерять единственного сына. В одном из интернет-изданий говорится, что незадолго до появления на пороге квартиры полицейских у Москвина якобы появилась привычка усаживать одну из кукол за стол во время семейных праздников и разговаривать с ней. Он представлял ее отцу, матери и даже гостям, рассказывал о ее привычках и характере. Тогда Эльвира Александровна вроде как стала беспокоиться, что неосторожное поведение сына может привести к раскрытию их общего секрета. Что же касается мотивации к преступлению, то у самого Москвина было две версии. Сначала он делился со следователями своим нереализованным желанием воспитывать дочь, и из-за невозможности удочерить девочку, он решил воплотить свой родительский потенциал в отношении уже умерших детей. Впрочем, не исключено, что его тяга к маленьким девочкам была обусловлена не только отцовскими чувствами, но и другими извращенными наклонностями. А позже Анатолий стал утверждать, что его главной целью было воскрешение девочек, которые слишком рано покинули этот мир. Вот что подозреваемый рассказывал следователю. «Я выкапывал не трупы, а тела, и приносил их домой, потому что хотел оживить этих детей. Я же специалист по религии древних кельтов, а их жрецы и друиды общались с духами умерших. Сначала я просто спал на могилах понравившихся мне детей, и ко мне стали приходить их духи. А потом понял, что их тела надо забрать и сохранить, раз духи живы». Также Москвин делился, что надеется на развитие технологий и возможности клонирования. Якобы он сохранял биоматериал девочек, чтобы в будущем их клонировали. Таким образом, погибшие дети должны были получить вторую, долгую и счастливую жизнь. Как мне кажется, здесь имеют место обе мотивации. Безусловно, многолетнее увлечение оккультизмом отпечаталось на больном сознании ученого. Поэтому в какой-то момент подобные манипуляции с телами стали для него своего рода научным исследованием. Один из учеников профессора поделился с журналистами. Он серьезно увлекался черной магией, практиковал. Эти колдовские куклы ему, как я понял, нужны были для ритуалов. Он не любил об этом рассказывать. То, что он собирал себе семью из кукол, неправильно истолкованные слова. Он создавал ее не в нашем понятии «папа, мама, дети». Он создавал магическую семью. В понимании ритуалов, которыми он был увлечен, эти куклы находятся в своеобразном двоемирии. Они как бы наполовину живые. Я даже не могу понять, что это за ритуалы. Но эти куклы имитировали людей в разных позах. Он немногим со мной делился. Как это делается и зачем, я не знал. Да и он говорил, что мне лучше ничего не знать. С другой стороны, Москвин, очевидно, испытывал сильное чувство одиночества, о чем признавался следователям и журналистам. И потому невозможность обзавестись настоящей семьей привела к тому, что он решил удочерить, в кавычках, умерших и, по его логике, оставленных без надзора маленьких девочек. «Вы избавились от тел, а я их подобрал», – утверждал Москвин. «У меня было, да, этим, любимые дети. Я любимых детей, да, этим, планировал оставить себя домой в любом случае. Тех, которые мне меньше нравились, да, этим, я их планировал вывести в гараж, и, да, этим, чтобы они, да, этим, жили, да, этим, чтобы они жили там в гараже. Если кто-нибудь из детей меня совершенно разонравливался, да, я его опять выносил на то место, где он был, и закапывал в его же собственную могилу. Никаких, соответственно, да, там, ничего там не ломал, там, не уродовал, никак не расчленял, то есть обращался нежно, ласково, вежливо, да, этим, даже старался матом при этих детях не ругаться, да, этим, поскольку при детях нельзя, тем более, что они, да, этим, все были девочки, так что старался держать себя на высоте. В мае 2012 года состоялся суд, в ходе которого Москвина признали невменяемым. Его освободили от уголовной ответственности и перевели на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где ему поставили диагноз «врожденная параноидальная шизофрения». Сторона обвинения в лице родителей умерших девочек была удовлетворена решением и отказалась обжаловать приговор. Тем не менее, есть информация, что некоторые родственники потревоженных детей подавали иск на возмещение материального и морального ущерба. Журналисты также приводят цитату одного из отцов. «Я бы с Москвина ничего не взял, это жена настояла. Он ведь к моей дочери после ее смерти относился лучше, чем я при жизни. Наряжал ее, спать укладывал, сказки читал, мультики показывал».
Сейчас кукольник находится на лечении уже почти 10 лет. Все это время Москвина навещают его пожилые родители, чья жизнь первое время напоминала настоящий ад. Они стали изгоями. С ними перестали общаться соседи, а неизвестные даже пытались бить окна в их квартире и писали оскорбления на стенах дома. Примечательно, что в 2016 году у нижегородского некрополиста появилась девушка, которая также приходила к нему в стационар. По данным СМИ, поклонница возникла в жизни Анатолия после публикации его громкой криминальной истории. Девушке, имя которой не называется, на тот момент было 25 лет. Она окончила филологический факультет, но не работала по профессии, предпочитая ей творческую деятельность. Под стать своему возлюбленному она тоже имела свои странности. По некоторым данным, сначала она утверждала, что является дочерью Москвина, а когда стало известно, что детей у него нет, решила стать женой кукольника. Однако по итогу пара так и не связала себя узами брака. Совсем недавно в российских СМИ вновь всплыла информация о Москвине. В этих материалах говорится, что сейчас решается вопрос о возможном признании мужчины вменяемым и дееспособным. В таком случае некрополиста могут выпустить из психиатрической лечебницы под опеку родных или поместить мужчину в интернат, где у него будет возможность не только принимать посетителей, но и свободно покидать стены заведения. Однако стоит помнить, что на одном из судебных заседаний Москвин сказал: «Не забирайте моих девочек обратно в могилу. При возможности я их снова заберу к себе. Им там плохо». Люди с психическими проблемами и преступными наклонностями априори опасны для общества. Да, Москвин не маньяк в привычном понимании этого слова и не насильник, однако никто не может знать наверняка, что решит учинить его больное сознание после выхода из клиники. Нельзя быть уверенным в том, что, потеряв возможность присваивать себе умерших детей, он не переключится на живых девочек. Поэтому я очень надеюсь, что Москвин все-таки останется в специализированном учреждении под пристальным присмотром врачей. Это нужно как для его собственного, так и для нашего с вами блага. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, на Telegram по ссылке в описании и берегите себя и своих близких.